Собака помеси дворняжки и бельгийской овчарки по кличке Ариша первый раз в приют попала еще 2 года назад. Тогда и быстро нашли новых хозяев, но недавно собаку пришлось вернуть. Владельцы не смогли прокормить животное. Впрочем, потерю хозяина Ариша перенесла без травм. Сейчас вновь обживается на старом месте. Зоозащитники говорят, что собака очень быстро идет на контакт с новыми знакомыми. Ариша по характеру очень хорошая девочка, компанейская, охранница. С другими собаками, то есть на ладе, тоже хорошо. Дается в частный дом. А эту робкую собачку волонтеры содержат в вольере. Животное маленькое и очень теплолюбивое, поэтому отдается на содержание в квартиру. Незнакомых людей пока остерегается, но нрав имеет дружелюбный. Хорошо уживается с детьми и другими животными. Маленькую собачку зовут Джоя. Нашли мы ее в Башкирии. Мы туда ездили пристраивать наших собак, проверять. Там мы ее и нашли. Нашли мы ее с подружкой. Подружка Джои, маленькая Джетта, тоже с нетерпением ждет, когда поедет в новый дом. Будет преданным, надежным другом и компаньоном. Но перед отправкой к новым хозяевам собаке предстоит ряд процедур. Сейчас она проходит у нас курс вакцинации, в дальнейшем будет стерилизована. Ее можно взять как и в квартиру, так и в частный дом. Она будет не совсем большая собачка. С другими собаками наладит хорошо. К людям она тоже как бы тянется, нормально относится. Белоснежный щенок по кличке Беляш в приют попал еще в начале декабря. Собака прошла курс вакцинации и научилась гулять на поводке. Однако недавно Беляш потерялся. Животное повезли на Динас, чтобы передать новым хозяевам, но собака убежала. Волонтеры обращаются к жителям микрорайона с просьбой помочь поймать Беляша или хотя бы прикормить собаку. Вера Пережогина, служба народных новостей.